Всем привет, ребят, очередной коллекционер, знаю, многих он уже задрал, но, блин, роллинги иногда интересно бывают, как некоторые были на этом коле. Вот такой вот аккаунт, 58 тысяч силы, Сережа, накопленные самоцветы, 50к, и сейчас мы попробуем их слить и паролить что-то интересное под Колю ему. Такой вот Коля. Поехали, посмотрим, что у него. О, отлично, 48. Сейчас, походу, нам насыпят. Или ни хрена не насыпят. А, так, заклинательница Рину, Анубис, Фрея, Стрелок, ББшка, Афина. О, да тут есть, тут любому герою он будет рад, в общем. В общем, вот так вот. Так, находится он в гильдии Darkness. 46-75. Первые места кидайте заявочки. Вступайте в премию писать ВК-шку Альянс двух гильдий Exord и Darkness. Вот так вот. Вот так вот. Так, отлично. Поехали. Поехали, поехали. Посмотрим на героя. Тут даже вторые эволюции есть. Ничего себе, Бигги. Сетного ворожей. Да, для такой силы героя, я вам скажу, даже очень-очень ничего. Интересно, интересно. Конечно, многих героев нету. Так, 187. Ну, неплохо. Очень даже неплохо. Окей. Видно, человек любит трудности. Ну что, поехали. Надеемся на удачу. Сразу же снова падает. Сейчас по-любому что-то нам выпадет. А нам падает нифига. Потому что это заклинательница. Ну, недостающая. Отлично. Поздравляем. Первый герой есть. Что-то я по 450 ролю и как бы... Ну, слизни падают. Ну, а толку... Вау, имба Атлант. Как понять, блин, это трендом? Одному падает, одному не падает. Просто печаль какая-то. Это у нас будет фаст роллинг, скорее всего. Имба героев. Дико призрачный всадник, карташка, ведьма, Купидон, профессор Рибет, Седна, которая уже на второй эволюции. Просто жесть, как падают офигенно герои. Малыш Ник. Второй хранитель. Вторая заклинательница. Как убить 50к? О, Фрэнки упал. Это просто аут. О, Дед Мороз. Ну хотя бы Дед Мороз со скином будет. Сердцеедка. Ну я даже не знаю, как это называть. Походу мы выбили третью заклинательницу. Мы всех офигенных героев оставили на предыдущем роллинге. Второй Дед Мороз, фараон. Но почему не Фрея? Рианта выбили. Жизнь боль. Жизнь просто боль. Вот вроде казалось бы, блин, падает, круто все. Но как обычно приходится чалиться. Та-та-там, та-та-та-там. Чаль. Чаль, печаль. Блин, столько само, сколько недостающих героев и такая фигня. Видно.
Так, хорошо, ну чё. Да, с АПБшкой есть уже. Но они здесь их просто еще не получили. Места не хватает. Потом склад почистить их пооткрывает. А сейчас такое самое интересное позабираем. И доролим. Может, что-то нам выпадет хотя бы. Давайте откроем еще пару мест. Так, сюда мы заберем ПБшку, карту. Ну и, в принципе, заберем эти сумочки. Сундук. Так. Ну, малышник недостающий, ладно, согласен. Ведьма недостающий, атлант недостающий, отлично. Ну, атланта он и так мог купить, в принципе. Воронина мы достали, ниндзика я не помню, достали, не достали. Дракоса тоже не помню, рибит еще один, медуза. Сейчас глянем, повелителя будем, мы ему купили. Поздравляю, заклинательницу достали. Такс. Так, ник, сердцеедка. Ну, такое себе, ну, такое себе. Ну, все же лучше, чем ничего. Чем, блин, 20к на слизни и ничего не упало. Так, ну вот как раз у нас шестерки пошли, поехали. Три шестерки. Просто аут. Ни и га нам не упала. Вот такой вот, ребята, рандом. Вы что хотите, то и думайте. Так, поехали, пооткрываем плюшечки, которые у нас есть. Так, это у нас антиоблик. Повелитель. Меха человек. Такс, окей. С этим мы разобрались. Давайте откроем эту коробку, чтобы она мне мозолила. Ну, супер просто. Просто супер везение. Такого таланта я не ожидал. Так, откроем. Походу у него должна быть, да, смертушка. А, у него и ледяхи не было, ничего себе. Отлично. Просто отлично. Сто пятьдесят, ну, неплохо. Может, тут нам повезет. Да ладно, призрачный всадник, ну вы гоните. Каменка. Ну хоть тут дайте психощит седьмой. Бастион. Все-таки больше бастиона ходы напихали сюда. Так, заклинательницу тоже можно, в принципе, использовать. По Франке я не помню, надо глянуть. Да, Франки у него есть. Ну, такое, повторок, конечно, понавыбивали, но чтобы особо что-то, ну, ПБшка. И то, опять же, он купленный. Так, заклинательница с выживанием первым, конечно, жалко. Но Дед Мороз. Борода из ваты. В общем, ну вот такое вот, не знаю, что мог, кто сделал, в принципе, это рандом, это лотерея, пакт у него есть, мы его забрали, кстати, да, забрали, забираем еще эти плюшки, ну хоть так, в принципе, пакт
Анубиса нет, Фрея нет, я не знаю, кому он его повешает, я бы просто его придержал. Дальше будет видно. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.